очень много отыграл. И победа пришла, важнейшая победа, твой комментарий. Ну да, тяжелая игра. Это с одним из лидеров чемпионата. Но нам сейчас как воздух тоже нужны очки, так что ребята вышли, бились и победили. Счет 2-1, когда стало. Не закралось сомнение, все-таки соперник-то бьется за зону УЕФА серьезный. Ну да, они подавили чуть-чуть, мы уже 2-0 когда вели, 2-1 стало. Также играли на контратаках. Вот одна из них привела к пенальти, вот забили третий. Поставили точку в игре. Вот. Все довольны. Главное, болельщики пришли, спасибо им большое, поддержали. Великолепная поддержка, конечно, у нас в Самаре. Так что победа сегодня для них. Спасибо.